Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Тихо все. Бода барона. Бода забывает. Привет, дети. Сейчас я расскажу вам очень интересную историю, которая случилась со мной сегодня утром. Ну ладно, пока. Бода, а как же история? Какая история? Про то, что случилось с тобой сегодня утром. А что случилось со мной утром? Не знаем. Ты не успел рассказать. Вы все перевираете. Так, слушайте. Проснулся я утром. Встал с этой, с луны. Нет, с елки. Ой, нет, и с потолка, со стены. Вот глупости в бороду лезут не кстати. Эй, дети, с чего же я встал-то? С кровати. А, во, точно. Потом я почистил чего-то. А может, кого-то. Кажись, бегемота. Не, он уже чищенный был. Значит, трубы. Нет, эти во рту есть у каждого. Зубы. Чистые зубы-то лучше жуют. О. Ой. На завтрак и надумал я сделать салют. Ох, нет, не салют, молоток. А, огород. О, как булочку с сыром зовут? Бутерброд. Вот-вот. Ну и, значит, полез за едой. За шиворот, что ли? А, в бочку с водой. Не, вроде в вагон. Или в этот, в мобильник. О, не. А в шкафчик такой, где мороз? Холодильник. Да-да, холодильник. Я так и сказал. Там пусто. Пошел я за булкой в спортзал. В музей. В зоопарк. Ну, где много витрин. И всяких прилавков, и касс. Магазин. О, точно. Пошел я в большой магазин. Купил там крота. Или нет, апельсин. Воздушные шарики. Ласты. Шкатулку. Так, что я на завтрак искал себе? Булку. А, верно, купил и пошел не спеша. Ух, булка моя, до чего хороша. Ну, все, малышня, я закончил рассказ, а булочку я подарю вам сейчас. Вот. Бода, это не булочка, это воздушный шарик. Ну, конечно, воздушный шарик, а при чем тут булочка? Ты обещал показать булочку. А, булочку, так я ее съел давно. Ладно, не плачьте. Вот вам вместо этого фонарик. Хм, булочка. А что я тогда съел? Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви.